Ух, ребята, вон клиент прям под вас. Октавия? Да, да. Да в ней 200 сил. А, не очень быстрая. Ну да, там 200-230, не больше. Вон Рюша. Но она легкая. Ну, а в Октавии сколько? А пропустите сил 300. Ну, из 20-я турбина. Ну, можно попробовать, но не факт, что она уедет. А что по конфигу? Шестнарь 1,5, валы, 0,5 улитка, надув там кило, кило 200. Это 0,5 турбина, да? Да. Карабас. Коробка, не знаю, из чего стоит такой ряд. То есть там 4 передачи короткие, 5 длинные. А-а-а. И блокировка. Все. То есть она больше сделана для старта, да? Ну, да, не особо охота ее, конечно, рвать, чтобы коробку не положить. Лучше там с малых ходов 20-40 заезжать. Ну, соперница все послабейте, поставим, попробуем. Давай, да, попробуем. Окей. Так, ребятки, ну что же, 99-я. 200 плюс сил, ТД 0,5, турбо, 1,5, шестнарь. На него вся надежда, что он составит конкуренцию Октавии. Сейчас на разминке попробует заехать с Киесидом. 200 плюс сил. GT. Раз, два, три. Провалились оба. Провалились. Вот с пяти она пошла. Ходом, ребят, провалились мы очень сильно. Давай 40. 40. Готовы? Раз, два, три. Это нормально, она вообще поехала. Давай еще раз. Да, на что мы еще со второй ехали, что мы вторую не долбили. Давайте 60, ребят, попробуем. А вторая там больше надо. Она, видишь, едет там с 5. Да, 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 до 5 вообще ничего, а вот да. С 5. 5-8 она, да, едет? Да. Что ж такие завалы, они знают. Раз, два, три. Самая маленькая. Шестнашка, скажи, что-то самая маленькая из ТД-05. По горячке, да, разница? Да, и по горячке, и по холодным, и там в крыльчатках разница. Что, с 80? Да, 80. Давайте 80. Готов? Раз, два, три. Ух ты, воткнула. Поезжали кого-то, да? Что, да, на кого-то не хочет ехать, да? Но не мучай тогда, не надо. Нагрелось, да? Ну, хотя вроде, да, ну, наверное, воздух нагрелся, да? Да, постоянно. У нас бы нагрелась эта тачка. Видишь, она прям перестала ехать сильно. Что, с Daewoo Nexi, да? Я поменял конфиг.
А что с конфем не ну, то? Ну все, это, бошку поменял. Валы 9,8, 282. Ресак НФР ставил. Так здесь сил 150? Ну не знаю, вчера настроился только, не мерили на стенде. Но вчера вечером шкив клинул. Пайп слетел. Я же чувствую, что она прям потеряла в динамике. Да, сейчас поправим вас. Так. Ну что, выкатывайте, подъезжайте. А на какой мозг настроена машина? С эспатроника. Как и был. Была эспатроника сейчас. Паш настроил? Да. Ты прям после прошлого видоса психанул вообще, наверное, по дикому, да? Да не, я же говорил то, что я буду менять. Она на 1.6? 1.6, да. Низ новый. Вот сколько пробег? 2.200 после обкатки. И вчера вот настроился. Ну и как у тебя по ощущениям? Понравилось? Да. Едет прям, ну, блин, лучше. В разы лучше. Че думаешь на квоту? Одолеем ее? Не знаю, не могу, честно, ничего сказать. Ну, КПП столько. Я хотел еще пару поставить, но не получилось. Хочется все быстрее и финансы. Ну да, все, сука, стоит денег. Даже на тазы. Кто там что не особенно думал. Сейчас кто... пара, блин. Сколько она стоит? Я не помню. Ну, блин, в районе десятки, наверное. Мне такая. Ну, это новая, наверное. Ну да. Я да, не да. помню, я спрашивал, но хер поймет. Ну что, сейчас приора будет мстить за тазов? Ну что, сколько можно? Готовы? Заедем, ребят. Неожиданно на вообще в шоке. Просто это, ребята, это не медленная машина. Я думаю, мы сразу ебанул, да? Ну, блин, я тоже так думаю. Ну, что-то как-то. Он еще, видишь, третью включает хуй. Она, там можно промахнуться куда-то попасть, но видишь, очень долго включает третью. Мы начинали настигать. Да, да, да. Ну, я думаю, где-то 160 мы должны его прям будем пройти. А у тебя и ланч есть, да? Да. Со скольки тысяч? 5, наверное. Сейчас посмотрим. Ну, да, 5, наверное. Давайте, вон тачка стоит. Это квота, ребят, до нее. Готовы? Раз, два, три! Зацеп, охуенно, тепло. Она на второй едет, я хуею. Ну давай до туда возьмем ее или нет? До Nexi, Nexi Quarter. У него третья. И она едет именно. Он четвертую вколотил. Мы третий идем. Четвертая. Да, что происходит? Да ну нахуй, я не верю. Багажника на крыше на минутку, у нас другой конфиг. Ну то есть на том по конфиге ты бы ее вообще не взял? Нет, да ну на том конфиге, конечно. Да на том конфиге она вообще, я по ощущениям, моя пара не ехала вообще. Ну опять мы с той Калиной ехали, уезжали от нее, понимаешь, на том конфиге. Просто ну багажник тебе не давал, ты бы уехал и ходом от нее. Ну да, я слышал даже такое. Но я, видишь, я приехал просто, типа, не подготавливаться, ничего. Сейчас, конечно, по-другому. Я не знаю, что за х**. Что с этой Nexi? Я просто не да, понимаю. Вот здесь разворачивайся. Ну, он что выхлоп сделал, видишь? Она еще на выхлоп. Ему тот сварил ее. Он раскоксовку делал. Он мерил компрессию. Мне кажется, компрессии даже не было. Да? Там 9 что-то больше не было. Он раскоксовку делал. Мне видео присылал, когда вскрывали голову. Это все. Расоксовали, она видишь, что после раскоксовки чуть-чуть дымит пока, с колечек покатается, пройдет. Сейчас в компрессии 12. Даже работает, видела она? Сток. Че, как? Сходу? С накатика, может, 30-чик. Давайте с накатика, 30-чик, нормально? Я с первого. 30, нормально? Раз, два, три.
третий очень сильно проваливается. Потому что он ее включает очень аккуратно. Конфигу. 1.8, спортмаш 9.8, 282 и башка второй запилка. То есть такие же валы, как вес, что ли? Да. Но вес меньше гораздо. И то есть они слабее, чем у Давида валы? У него фаз меньше? Фазы, да, меньше. Там 292, то 280. И сколько сил? Не знаю, по воздуху 580 было. А рез какой стоит? FR. Ага. Блин, интересно, она поедет. Она на облегчении? На салоне, не, да? Не, на салоне, на 17 колес. Интересно, сейчас Гранд Спорт подъедет сюда. Она еще слабее у нее валы. Но в прошлый раз она проехала все тачки атмосферные здесь. То есть ее ни одна не проехала. Не понимаем вообще как. Бежевая такая, серая. Да, да, да. Не заезжал с ней? Она на 1.6. Она НФР проехала. 1.8 Санькову тоже проехала. Да, они хотя все мощнее. Непонятно вообще, почему и за счет чего. Подождем. А на какой двинахе с Приора стой мотор стоит? Вот, они. То есть тут больше лошадей? Нет. Ну, не сидеть, ну тут валы слабее. Один валы. Так тут фаз меньше или та же самая? 282, 282. Вот 282, кто мне нужен был. 9,8. Слушай, ну все, тебе надо этих 1.8 проезжать. Поехали. 1.6 самое слабое. А ты также на 1.8 едешь? Да. Ты его 1.6 сделал на слабом конфиге. Ну, мне сейчас интересно, как они друг с другом поедут. Ну ты поедешь с победителем. Да, да. 1.6, который проезжает всех, вообще непонятно. Я очень хотел, чтобы он сегодня приехал. Твой брат не передумал пересобирать опять на 1.6? Да не, вроде. 1.8 делает, да? Ну 1.7. 1.7? Вот он. Ох, еб***ь. Это с Infiniti, да, сейчас едет? Пошел. Ох, мы чуть подпровалились и пошел. Оба. А ты с одной педали ездишь? А с двух шустрее прыгнула бы. Что если у тебя с прострелами? Да, это у него? Я что думал, тут тебя. Не, она, кстати, это на 7 переключает. Не крутит дальше. 7 ступ. Что думаешь, твоя быстрее, чем та двинах? Не знаю. Вообще конфиг одинаковый, надо попробовать. У нас вес, у меня купешка такой же вес, как я. Ну, у тебя колес там больше. Ну, 17-ки, да. 17-ки? Да. Блять, и она еще едет на них. Да. Готовы? Раз, два, три! Ой-ой-ой, блядь. Видишь, она у тебя в ручном докручивает за 7. Вот ты только отсечку сейчас поймал. Ну, нормально, кстати, не так сильно отстали в этот раз.
она и хорошо на дороге у тебя вообще стоит. Не кидает ее вообще никуда. Прям круто собрана машина. Вообще никуда ее даже, вот намека нет. Тихо, а то от Nexi половина ставят. Так, друзья, сейчас Infiniti G25, задний привод, 7-ступенчатая коробка. V6, 2.5, 222 силы против Audi A4. 2 литра турбодизель, 190 сил. DSG. Блин, ну она легче. Посмотрим. На счет 3. Раз, два, три. Слегка Audi пошла. По чуть-чуть, прям на верхах финик едет. В переключениях потом ему не особо хватает. Кстати, глянь, мы не отстаем-то особо, да? А может быть даже заберем. Давай, 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 давай. Неожиданно. Если сейчас проедем, я буду в шоке. Все-таки более технологично Audi будет сильнее. Вот мы сейчас переключили. Не особо удобно финику на этих оборотах ехать. У Audi все там подобрано, и момент, и мощность. Прям на верхах забирали той передачи. Он отпустил. Сколько ехали? 220? Да, где 230. Мы прям вас догоняли, догоняли. И в итоге переключилась передача пятая, по-моему, и вот хуже прям поехала. Перестали догонять. Раз, два, три. Опа, отсечку поймал. Прямо на переключении, смотрите, относительно ДСР, как мы уступили. Встречка, да? Ай, мы просто переключили, да? А я думаю, как будто ты газ бросил, понял? Рано надо было, чуть попозже. Тебе надо стартануть и драйв спортов сделать. Понял? Так тык-тык и все, и ехать. Чтобы она не переключала сама. То есть, чтобы она сама переключала. Ты заедем, я так поймаю, вы отсечку поймаете. Да, давайте сейчас сотку делать, держите. Останавливайся, сотку. Раз, два, три. Сука, просто печка, мне в салон. Смотри, ничего больше не делаю. Кстати, и меньше провал на переключениях, чем вручном. Да, вручном больше. Нужна дистанция финику, чтобы догонять Audi. Да, все, отпускаем. Все-таки на более короткие дистанции, где не успеваем разгоняться свыше 200, у Audi преимущество. Вроде передач не больше, но DSG подобрано лучше. И момент шире полка. Это более верховой мотор. Он хорошо едет к верхам. И не успевает. Не успевает догнать. На большие дистанции, да, они едут где-то плюс-минус. Но вот на коротких дисциплинах, там до 200, Audi пошустрее. Сейчас поймем, какой сегодня из здесь присутствующих атмосферный таз самый быстрый. И за это звание будут биться Гранта Спорт. На 1.6 моторе сил 150 против Двинахи, которая едет очень сильно, прям очень сильно, но она на 1.8. Сейчас посмотрим. Чё думаешь? Объедите со мной. С тобой? Да. Все понял. Давайте с места, потом 20 с наката и 60, 3 заезда. Готовы с места? Давай. На счёт 3. Раз. Два, три! Ох ты, как он с хрустом попнул второе.
едет. Это реальная история, потому что здесь бьются сейчас быстрейшие тачки Атма в городе Воронеж, которые ездят своим ходом, не просто притаскивают их соревновательные, а городские. В данном заезде Гранта была быстрее, до 200, но я прям чувствовал, что свыше 200 эта машина заберет. Давайте накат, ребят, 20 км в час. Первая передача. Готовы? Поднимемся. Раз, два, три! Берет за 200, как будто она только раскрывается. Но опять, ребятки, мы не забываем, что из тазов самые аэродинамичные тачки — это двенаха, вот эти десятки и приоры, гранты, калины, весты. Это уже сделана чуть такая под стульчатую посадку машина, не такая аэродинамичная. Всегда 200 давалось легче приорам и двенахам. Но как это дает? Спидометр вообще просто покидает чат. Да, 293 валы тут вообще не нужно. В смысле? Комфорт сразу нафиг. Слушай, ну тут вызов, тебе надо с пола ехать. 1.4 турбо на чип. Есть желание с таким катнуть? Интересно так. Прям это будет вообще весело. Андрюх, ну заезд-то... Ну, видели, как она легко берет 200, да? Ну, да. А кто в той колене ездит? Санек за рулем? Да, коробка ломает, ездит. Он думает, научит дросселя дышать лучше, что ли? Ребятки, берем 60. Готовы? Раз, два, три! А мы с дроссельной сейчас заедем. Сань, давай попробуем 60. 60? Да. Еще, догони, еще. Два, три, пошел. Он раньше нажал. Это быстрейшая из машин стритовых, которые вот просто катаются по дорогам общего пользования, на работу, домой, просто покататься. То есть не тупо гоночная машина, которая на прицепе, а так, которая ездит.